30 ноября было проведено очередное заседание административной комиссии. Как оказалось, с наступлением осени жители города стали чаще шуметь. По сравнению с летним периодом, когда нарушали в основном правила благоустройства, сейчас возросло и количество нарушителей закона о тишине. Из 22 вынесенных на рассмотрение протоколов, 9 касались неподобающего поведения граждан. Первый, последний, потому что как бы все люди уже работают, учатся, мы вот собрались, грубо говоря. Да, все не видели со своими. Это понятно, поэтому, что вы собрались, это не вам бы как бы никто не воспрещает. Но просто здесь момент называется, что вы живете в многопанельном доме, то есть да, со всех сторон. И как бы ну, мешать людям час ночи отдыхать, как бы тоже знаете, на работу кому-то, у кого-то дети маленькие. За содеянное ответчики лишились 8 тысяч рублей. 4 человека отделались предупреждением. Также с каждым была проведена профилактическая беседа, в ходе которой им напомнили об ответственности за нарушение общественного порядка. В областном законе существует статья, называется статья 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории нашего города». Влечет наложение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 3 до 10 тысяч рублей и на юридических лиц от 5 до 15 тысяч рублей. Намного серьезнее пришлось ответить 13 нарушителям правил благоустройства. Напомним, что предупредительного приговора по данной статье не существует. Вердикт о минимальном штрафе в размере 4 тысяч рублей был вынесен по 9 протоколам. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.